Ребят, всем привет! Пришло время менять мне водительское удостоверение. Ну так получилось, что уже 20 лет накапало, сам не заметил. И решил открыть я категорию А, имея Б и С открытые. Делюсь опытом и рассказываю, как все было. Обучение и сдача экзаменов теперь обязательные, поэтому пришлось найти мотошколу и заключить с ними договор. Обучение длилось 4 недели, всего 8 занятий по 2 в неделю. Дома попутно начал вспоминать и штудировать билеты по теоретической части экзамена. Небольшой совет. Начали обучение, начинайте сразу проходить медкомиссию. Для себя выбрал частную клинику. За 1700 рублей без очередей и лишней суеты прошел всех врачей. Ну, кроме нарколога и психиатра. К ним пришлось ехать в соответствующие диспансеры, чтобы получить справки. Справки платные, цены тоже видите на чеках. После прохождения всей медкомиссии получаем справку соответствующего образца и сдаем внутренние экзамены в мотошколе. Мотошкола выдает на руки свидетельство об обучении и сразу же бегом на госуслуги записываться для сдачи теории и практики. А после завершения вот этих двух замечательных тестов получите новое удостоверение с новой открытой категорией. Вроде все рассказал, ничего не забыл. Если что, обращайтесь в комментарии. Всем смотревшим, точнее слушавшим, благодарочка. От вас лайк, дизлайк, желательно, конечно же, подписка. С вами был Диман Манаваров. Пока, до новых встреч.